В Шейдийском районе прошли выборы сельских акимов. В этом году выбирали акимов аульных округов Байгиком, Гигант, Жуантубе, Жулек, Жетелярах, Майлытугай и Кугалы. На эти 7 вакансий было зарегистрировано 15 кандидатов. В выборах акимов в сел приняли участие все 15 депутатов районного маслихата. Народные избранники сделали свой выбор. По итогам голосования бывший аким аульных округов Байгиком, Жуантубе, Майлытугай и Кугалы Мухаммедали Жусуп, Адельбек Бегайдаров, Койшибай Асанов и Дауренбек Насыпбеков набрали наибольшее число голосов и продолжат свои полномочия. Акимом аульного округа Гигант избран Канатбек Калиев, округа Жетелярах Даулен Шакиров, Жулек Базарбек Сакып. Сайлаудың барлығы жүргізу тәртібі, өткізілуі, оның дауыс беру депутаттардың барлығы заңды түрде болды. Выборы прошли в соответствии с законом. Все было справедливо, я думаю. Избранные акимы, считаю, соответствуют всем требованиям. Желаю им успеха в работе. Мы выбираем акимов, которые должны соответствовать современным требованиям. Ельбасы поставил масштабные задачи. Сельские акимы будут работать со своим бюджетом. Им разъяснили ответственность этой работы, важность эффективного освоения бюджета.